Всем доброго времени суток, это Gadget X. Компания Xiaomi провела в Нью-Дели, столице Индии, презентацию новых продуктов. В центре внимания оказались смартфоны Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro. Первые являются переименованные версии, выпущенные в конце прошлого года Redmi 5 Plus. Связано это с тем, что в Индии пользуется популярностью линейка Redmi Note. А вот Redmi Note 5 Pro представляет собой совершенно новое устройство с некоторыми интересными особенностями. Xiaomi Redmi Note 5 Pro получил 6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160 на 1080 пикселей и соотношением сторон 18:9. В сравнении с предшественниками у аппарата довольно тонкие рамки. Как и в Redmi 5 Plus сенсорные кнопки были заменены на экранные. Корпус смартфона выполнен из алюминия с традиционными пластиковыми вставками на задней стороне. Там же расположился сканер отпечатка пальцев. Для зарядки используется обычный microUSB. Классический разъем для наушников присутствует. Важной особенностью Redmi Note 5 Pro является двойная основная камера. Она представлена 12-мегапиксельным сенсором с размером пикселя 1,25 микрометра и объективом со светосилой f2.2 и дополнительным модулем на 5 мегапикселей. Фронтальная камера с сенсором Sony EMX-376 имеет разрешение 20 мегапикселей. Сердцем Redmi Note 5 Pro стал 8-ядерный процессор Snapdragon 636 с максимальной тактовой частотой 1,8 ГГц, работающий в паре с графическим ускорителем Adreno 509. Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 ГБ оперативной памяти в зависимости от версии. В бенчмарке AnTuTu смартфон набирает около 113 тысяч баллов. Спецификации Xiaomi Redmi Note 5 Pro такие. 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160 на 1080 пикселей, соотношение сторон 18:9, 8-ядерный процессор Snapdragon 636 с максимальной тактовой частотой 1,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 509, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти, двойная основная камера с сенсорами на 12 и 5 мегапикселей, 20-мегапиксельная фронтальная камера, гибридный слот для двух сим-карт, поддержка 4G LTE, аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, разъем microUSB, MIUI 9 и Android Nougat. Базовая версия Redmi Note 5 Pro с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти будет стоить $220, а модификация с 6 ГБ УЗУ обойдется $265.